Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать такой простой, но очень практичный дизайн. Всем приятного просмотра! Такой дизайн я делаю довольно часто. На правой руке дизайн уже готов. Вместе с вами сделаем его на левой руке. И начинается, конечно же, все с базы. Теперь я беру силиконовый коврик, косметический спонжик, смоченный в воде, и два лака. В моем случае белый и прозрачный. Затем пропитываю спонжик лаками и похлопывающими движениями наношу лак на ноготок. Отодвигаю боковые валики для того, чтобы как можно тщательнее прокрасить ногтевую пластину по бокам. Тот же самый процесс я проделываю со всеми другими ноготками. В отличие от классического френча, мы не прорисовываем красивую линию улыбки. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, для чего тут прозрачный лак? Вы знаете, без прозрачного лака, лично у меня, переход получается намного грубее. С прозрачным лаком переход мягче. Со мной без меня. Со мной без меня. Следующим этапом я покрываю ноготки добрым слоем топа. Данный слой нам нужен преимущественно для того, чтобы сгладить еще больше переход, ну и, конечно же, выровнять ногтевую пластину. Если раз в 3 дня покрывать этот дизайн топом, то он каждый раз будет выглядеть, как будто вы только что его сделали. Этот дизайн очень незаметно отрастает, так как его базовый цвет прозрачный. А вместо белого лака вы можете взять любой другой, который подходит под ваш образ. Серебряным или золотым лаком этот дизайн смотрится очень празднично. А я тем временем наношу сушку. Если вы видите, что ваша ногтевая пластина недостаточно гладкая, перекройте ноготки еще одним слоем топа. В такого рода дизайнах я советую использовать более густые топы. Вот что в итоге у меня получилось. Быстро, просто и со вкусом. Если вам понравился этот дизайн, поддержите меня пальчиком вверх. А я желаю всем всего хорошего. До скорых встреч!